Я московский мальчик из хорошей семьи, из чистых прудов. Те писатели писали для сообщества, вы пишете для своего. Этот вопрос в том, как бы, что мы за общество сегодня имеем. Я из того поколения, из которого я есть, я уже не буду донашивать то, что есть. Почему вы говорите о Чулпан Хаматовой в мужском роде? Инструмент, средства начинают деформировать цель. Папа, почему, например, все хорошие люди не могут собраться, убить всех плохих? Он говорит, тогда мы будем жить в государстве убийц. Как будут выглядеть, да, те, кто будут свергать, да. Э, только волков спевчик думает, что это будут они. А я полагаю, что это будет со стороны Дугина и Стрелкова Гиркина. Сегодня пятница. Приветствую всех зрителей Белсата на программе «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем. И да, я немного ошибся, потому что в прошлой программе я сказал, что у нас через два выпуска, сотый выпуск. Но коллеги меня поправили. Наш проект все-таки такой коллективный. Оказывается, сегодняшняя программа, которую мы делали, это сотый наш выпуск. Но, собственно, в связи с чем, как я и обещал, мы подготовили, э, зрители задавали вопросы, я собрал список неудобных вопросов Виктору Шендеровичу, и сегодня Виктор Шендерович ответит за, на все. Все неудобные, <laughs> за все и на Здесь все неудобные все. вопросы. Да, Виктор, приветствую. Добрый, добрый день. Кто такой Виктор Шендерович? Как бы он себя описал? Это самый простой вопрос и удобный вопрос. А, -а, а но я задумался, да. Я когда-то написал, есть внутреннее, как бы что-то главное, что ты даже не формулируешь, но, но то, что главное для тебя. Я мальчик, я московский мальчик из хорошей семьи, из чистых прудов. И эта идентификация для меня очень важная. Родителей давно нет в живых, но, в общем, мне хотелось бы не огорчать папу с мамой как-то, да, быть, как сказано у Николеньки Иртенева, героя толстовских ранних повестей, да, быть вполне хорошим. Вот это для меня важная идентификация. А дальше пошла профессиональная там, ну, литератор. Да, литератор, это если говорить о профессии, то литератор прежде всего, хотя я, так сказать, и выхожу на сцену, и что-то делаю еще там, да, и, и разговариваю в эфире, но главная моя реализация это все-таки на листе бумаги. Скажите, пожалуйста, что такое по вашему талант? Можно ли постепенными упражнениями развить свой талант, например, написанием стихов, и как добиваться внутренней свободы в своей жизни? Это два разных вопроса. Талант развить можно, его заменить ничем нельзя. Я уже раз замечательный анекдот, да, про то, как в советских времен анекдот, как купили за большие деньги патент значит, сигар у Америки, взломали сургучную печать, и первым пунктом прошли берется натуральный вержинский табак. Все-таки нужен натуральный вержинский табак, это ничем не заменить. То, что называется божий дар, способности. А дальше можно их развить, очень разнообразно развить, погубить, канализировать, поставить на службу добру или злу. Это разные вещи, этика и талант. Ну вот говорят педагоги, например, что нет вообще неталантливых детей, просто взрослые некоторые не умеют, не успевают распознать в ребенке талант, и все пошло не так. Я думаю, что какие-то способности, тут надо говорить о термах, способности к чему-то есть у всех, есть сильные и слабые места у каждого человека. Да, понять склонность человека к точным наукам, к естественным, к художественным, художественный склад мышления, шахматный, там, математический склад мышления, распознать, где сильное место, и развивать его, чтобы дать человеку кусок хлеба, в конце концов, чтобы он знал, да, чтобы он пошел по своей дорожке, а не потому, что папа с мамой ему дали скрипку в руки, да, потому что они решили, что он будет скрипачом, а он не хочет этого. А вы считаете себя талантливым? Это откуда считать? Способный, безусловно, способности есть. Талант, понимаете, дальше откуда считать? Ревную к Копернику, как сказал Маяковского. Его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Ну, я, я способнее некоторого количества людей, но когда ты открываешь русскую литературу и понимаешь, кто писал перед тобой, да, и когда ты берешь в руки Чехова, Гоголя или, или даже Аверченко, то ты понимаешь, что с терминами надо осторожнее. Я бы сказал, что у меня есть литературные способности все-таки. Вот сейчас появился у меня в голове вопрос, которого не было вот здесь в списке. <къем> вы говорите, если смотрю, кто писал до меня. Люди писали тогда для своего общества. Вы пишете сейчас для своего общества. Я не знаю, видели ли вы такой американский сериал, ему, по-моему, уже лет 10. Я считаю, что он гениален. Идиократия. Нет. нет. И не слышали <къем> ничего, да? То есть это сериал о том, как Человек из нашего мира через, я уже точно не помню то ли 100, то ли 200 лет просыпается, его там заморозили, и он оказывается в обществе идиотов. То есть люди настолько э, деградировали и отупели, э, что они живут э, в обществе полных идиотов. То есть там президент у них, по-моему, то ли он какой-то бодибилдер, <calf> 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 в общем такое. И он оказывается на их фоне просто невероятно умным да? и гениальным интеллектуалом, да. Хотя он был абсолютно серый. В нашем обществе. То есть, да, здесь да. тогда мне кажется, может быть, вы скромничаете но те писатели писали для сообщества, вы пишете для своего. Этот вопрос в том, как бы что мы за общество сегодня имеем, и знаете, к чему что? мы прилетим через 50-100 лет. И я хочу сказать: мы уже говорили об этом в разных ситуациях в наших прошлых программах по разным поводам. Меняйте числительные вот эти вот обобщения общества. Ну, вот у меня открытый Фейсбук. Да, есть идиоты, есть агрессивные идиоты, есть тупицы, есть... Там разные люди есть. Да? Дешевые, плоские, демагоги. Но тот же Фейсбук познакомил меня с таким количеством неизвестных мне людей, которые превосходят меня в образовании, интеллекте, не уступают в способностях. И ты понимаешь, да, мир огромен. И дальше, ну, вопрос, откуда от кого ты отчитываешь, во-первых. Во-вторых, если <coughs>, говорить о литераторе, то для кого ты пишешь? Какай, какие задачи? Если перед литератором стоит политическая задача, задача очень близкая к задаче политика, окучить, окучить электорат. То есть, если речь идет о тиражах, если задача в том, чтобы написать нечто, что купят все, найти тематику точно, погуглить, да, вот актуальная тематика. Вот про что сейчас хватит, да? что сейчас, так сказать, в фокусе. То есть счет на, э, на тираж, тебя интересует тираж. Это задача политическая, так же, как у политика, задача тоже тиражная, потому что тебе не важно, кто за тебя проголосует. Что Академик Сахаров, что Люмпин голос один. Тебе надо, чтобы голосов было больше. Ты не будешь ориентироваться на академика Сахарова, потому что Люмпинов больше. И Жириновский выигрывает, потому что он очень точно обращается совершенно не имея никаких убеждений. Он покупает электорат. Этот, этот, ну, этот. Собственно, об этом сериал "Идиократия". Да, 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 да. Совершенно верно. Я не смотрел, но тут можно догадаться. Ты покупаешь себе там, ты говоришь то, что приятно слышать. Ты пишешь то, что купят. Это одна задача. И на этом пути я не конкурент Дарье Донцовой, да, и, и там очень многим. У меня не будет миллионных тиражей. Я, я, я в этой олимпиаде, в этом виде спорта я просто не участвую. Как я уже говорил, отвечая на первый вопрос. Моя задача все-таки написать что-то, чтобы мне не было стыдно. И у меня есть референтная группа. Небольшая. За которой большая группа стоит. Но референтная небольшая группа 10-15 человек, перед которыми мне не хотелось бы, чтобы они поморщились, отвернулись, скептически хмыкнули да, в ответ на, на мой текст. То есть у вас есть редколлегия своя? Своя редколлегия. Она... Некоторые из них даже не подозревают, что они моя редколлегия, но я поскольку Facebook, да, мне важно, что кто-то лайкнул, не, не, числительные важны, а Каче, качество. Да, а некоторые люди, я говорю, о, думаю, если я совпал с этим, 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 из ушедших были Лев Рубинштейн, Борис Жутовский, да, Зиной Герд, Григорий Горин. Если я, если я получаю доброжелательный отзыв, доброжелательный, не восхищенный, но доброжелательный, от Льва Рубинштейна, он для меня дороже, чем 10 э, неосторожных каких-то комментариев, что я гений и так далее. Потому что цена этим, этому, этому, этой оценки меньше, чем доброжелательная улыбка от Лева Рубинштейна. Раз уж затронули мы талантливых людей, то и продолжим о талантливых людях. Я знаю, что вы очень тепло относитесь к Чулпан -Хаматовой. Мы Много раз за пределами программы они говорили о ее таланте. Так вот вопрос, почему вы говорите о Чулпан Хаматовой в мужском роде? Представитель, наследник. Это принципиальное неупотребление феминитивов, даже распространенных. Нет, нет, нет. Тут ничего принципиального нет. Нет, можно сказать, представительница. Это язык, да, язык привык. Да, мы, мы вышли из мужского мира, и я, в принципе, с пониманием отношусь к феминитивам, но только язык ведь не фраер. Вот я говорю, бог не фраер, есть пословица, но язык точно не фраер. Он что-то принимает, что-то отторгает. Я не знаю, приживется ли слово режиссерка. У меня пока не приживается. Я, еще раз, я из того поколения, из которого я есть, я уже не буду донашивать то, что есть, как говорил один мой друг. Да? Скажем, когда Женя Беркович называется режиссеркой, и я знаю, что ей это важно, то я буду ее называть режиссеркой. Да? И не буду полемизировать с ней. Потому что я уважаю чужие ощущения. Для меня привычнее говорить режиссер. Нет, никакого принципиального войны с феминитивами нет. Есть ощущение, как и во многих других э, модных, ну, когда что-то становится модным, то это бывает с перехлестом Очень часто. Ну, естественно. Перегибы на местах. Перегибы на Это, естественно. Новизна, да? Я слышал, за что купил, за то и продаю, что может быть говорил об этом, что представителям королевского дома в Великобритании запрещено как бы, носить моду этого года. Они не могут выйти в том, что вошло в моду в этом году, потому что войти может какая-нибудь глупость, она может стать модной. Надо подождать пару лет. Если это носят через 2-3-5 лет, отлично, это уже можно носить а, да, представителю королевского дома, а просто писк моды, вот все так носят, и я буду носить. Поэтому то же самое с феминитивами и со всем остальным. Подождем несколько лет, что-то войдет в русский язык, как в русский язык при мне вошли какие-то слова, которые были совершенно неприличными. На моей памяти появилось слово «тусовка». Сегодня совершенно нормальное, литературное. Я был в шестом-седьмом классе, когда мы говорили, что это неприлично, что какая-то грязь какая-то языковая. Вошло, Язык лучше знает. да, и, да. Поэтому э, войдет, и через какое-то время люди будут это употреблять совершенно естественно. Я себя ломать не буду э, без необходимости. Следующий вопрос. М -м, цитата из нашей предыдущей программы. Пугачевой нет и шаман-певец. Почему вы обесцениваете труд и талант других людей, если они придерживаются иных взглядов? Ну, тут, судя... По всему, значит, шаман все-таки певец э, автор вопроса считает: вот почему вы обесцениваете его как певца? Да нет, я э, это вкус. Знаете, э, любимый анекдот Герта: двое встречаются, он говорит: ты женился? Я слышу, да, да. Он говорит: ну расскажи про жену. Ну он говорит, ну как рассказать, ну, какая она, ну как какая? Ну, сколько людей, столько мнений на каждый вкус не угодишь. Мне не нравится. Вот мне не нравится. Я это моя программа, я выражаю свое мнение. Алла Борисовна Пугачева, при том, что она, ее вкус мне тоже не всегда близок, и я не, не не был никогда ее поклонником, фанатом, да и так далее. Но то, что она безусловно талантлива, то, что она королева, то, что божественно одарена, талантлива, это очевидно, и это, да, с шаманом. Подождем, опять-таки, я говорил про феминитивы и все остальное. Подождем, когда схлынет политическая пошлость. Подождем с молодыми веншпиль, как говорят шахматисты, или молодых веншпиль. Подождем 10 лет, 15 лет. Посмотрим. Посмотрим. Если выяснится, что он действительно божественно одаренный человек, которого ну, занесло, такие бывают политические виражи, ну, хорошо, я признаю, свою неправоту. Мне не нравится то, что он делает. Я, я послушал. С моей точки зрения, это вкусовая катастрофа. Да? Но, я повторяю, это моя точка. Я имею... Юлиан Тувим говорил, мы в Польше все-таки, да? Юлиан Тувим говорил, прекрасное изобретение радио, одно движение руки, ничего не слышно. Это он говорил еще до телевидения, понимаете, что он сказал про телевизор. Ну что, перейдем к тяжелой, наверное, артиллерии уже такой. Это была разминка, можно сказать. После подавленных болотных мирных протестов многие трезвомыслящие аналитические умы, среди которых был и ум уважаемого Виктора Шандеровича, четко ясно определили, что окопавшуюся по периметру ПГ озера можно и нужно выколупывать из Кремля только силой, в том числе вооруженной. Почему за 12 лет ни один оппозиционный путинскому режиму деятель, например, МБХ, ну Ходорковский, судя по всему, сотоварищи, даже не попытался создать свою условную ЧВК. Ум сердцем не в ладу. Головой и опыт жестокого подавления болотных протестов, и белорусский опыт 2020 -го года показывает нам, что мы говорили об этом: мирный протест эффективен там, где есть обратная связь. Мирный протест 1989 -го года в Чехословакии приводит к бархатной революции, потому что есть обратная связь, потому что в... Те, кто были у власти, даже коммунисты, они были не способны стрелять по своему народу, да? уничтожать просто физически. Не было, был другой уровень развития общества. В России и в Белоруссии это стало возможным. Работает э, мирный протест массовый, отлично работает в обществе с обратной связью. Во Франции, в Англии, в, в, в Чехии, там, где власть понимает, что против нее общество, значит, надо уходить. Потому что нет возможности, либо нету даже мысли об этом, или нет возможности захватить вот каков бы ни был Трамп, да, невозможно. Он не мог отдать приказ полиции сберкому посчитать по-другому. Он не мог договориться с судом, он не мог договориться с прокуратурой, он не мог договориться с федеральными властями да, в Сиэтле, потому что у них свой штат и свои законы. Он не мог проломить законы. Поэтому... Демократические механизмы, в числе которых мирный протест, да как давление, легитимное давление, замечу, на власть работает и приводит к изменениям. В американском случае еще предусмотрено вооруженное восстание против узурпации, которое тоже по закону предусмотрено. То есть это законно. Если есть узурпация, то абсолютно законно взять в руки оружие по американским нормам. Именно поэтому за 200 с лишним лет существования Америки, Никто не захватил власть, себе дороже. Против тебя они, так сказать, да, поднимутся люди с, легально с оружием. Легально. Их больше. И никакая полиция не будет за тебя, извини, да, и, чтобы ее потом линчевали. Не захочет. Все по закону. К сожалению, в странах с отсутствующей обратной связью, и мы это увидели ярче всего и на Болотной, и на Белоруссии, да, мы видим, не работает. Мы убедились что многотысячные, миллионные протесты, миллионные протесты в Беларуси, да, он переждал, а потом просто начал уничтожать. Имелось в виду, что мы не хотим крови, но кровь-то пролилась, только это была кровь, и продолжает литься кровь оппозиционеров, людей похищенных, убитых, сидящих в тюрьме, которых убивают в тюрьме, да, продолжают убивать. То есть без крови не получается. Просто это кровь не убийц, а оппозиционеров и мирных людей. В этом смысле головой я понимаю, что, к сожалению, это в запущенных случаях не работает. Дальше вопрос второй. Я слава богу не политик, слава богу, потому что представить себе себя отдающего в Белоруссии. вот миллионные, вот они подошли к Дроздам к резиденции да, Лукашенко, который бегает с автоматиком и все, он, он проиграл. Абсолютно очевидно, что он проиграл. Идти на штурм, если бы они пошли на штурм, не было бы Лукашенко. Но погибло бы сколько-то, да, 100-200, я не знаю сколько-то сколько людей погибло бы. Отдать приказ, сказать, погибните ради этого, я не могу, не умею. Вы понимаете, проблема-то в том, с вопрос сложный, но проблема-то в том, что эти люди потом погибли все равно на кресте, а да. они погибли. Я об этом и говорю. Я головой понимаю, я головой понимаю, что этот вот если представить себе, что это шахматы, и мы играем партию, и надо ее выиграть. Я понимаю, что надо пожертвовать эту пешку ради выигрыша партии. Но когда на месте пешки человеческая жизнь, десятки человеческих жизней это уже, да, тут это вопрос психики. Ну хорошо, вы говорите, вы не политик, но здесь то вопрос, почему как бы никто из оппозиционных умов, в том числе, например, тот же МБХ, не создали. Совершен... Вопрос... Я понимаю, что вы не можете за Ходорковского я могу, ответить, могу, но, конечно, но я прекрасно да. понимаю. Я прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю легитимную природу мысли. Лимонов призывал во время Болотной, ушел, увел своих сторонников к памятнику Карлу Марксу, да? Там идти на штурм. Была иллюзия. Ничего бы не получилось тогда уже, наверное. Потому что уже тогда Путину было нечего терять. Мы это недооценивали. Мы полагали, что они могут уйти. Мы полагали, что с ними можно договориться. Была иллюзия. И нас обманули по поводу этого. Кудрин выходил, там двусмысленные разговоры о каких-то переговорах, они сливали какую-то информацию о том, что они готовятся к переговорам, что будут переговоры какие-то, что где-то они уже происходят. На самом деле они просто ждали, пока выдохнется болотная, чтобы потом просто переломать руки-ноги. Потом была Манежная площадь, как мы помним, путинский третий срок. Да, умремте же под Москвой, вот это вот, стадион Лужники, вот это все мерзость. Они просто собирались силами. Я понимаю легитимное сознание... Мы воспитаны в легитимном поле. Я, мы, и потом у нас есть прививка 17-го года, 18-го года. Да, э, кровь, э, свергать чудовищный режим, да, открывая новые шлюзы для нового насилия. Что-то противится внутри. Наш опыт, да, это опыт катастрофы именно насильственного свержения. Поэтому те, кто читали «Окаянные дни» Бунина, те, кто помнят, как происходил прошлый переворот, все в... поворот все вдруг, и помнят, что это кончилось новой большой кровью, что приходит не Гавел в этом случае. Ведь способ свержения определяет дальнейшее. Потому что, когда вместо коммунистов приходит Гавел, это одна история. А когда вместо э, царя и городовых, и казачьих нагаек, да, приходят в ЧК с Дзержинским, это другая история. А всяческие кадеты, да, они оказываются зажатыми между этими двумя силами. Социал-демократы в Германии между Гитлером и Сталином, который запретил блокировать, между коммунистами и Гитлером, да, фактически. Это, это драма, это драма легитимного сознания потому что иногда бывают, наступают, мы видим, исторические э, периоды, когда оно стерто между двумя жерновами. Но я представитель э, легитимного сознания. Вы знаете, здесь вот вы когда сказали, э, те, кто читал Бунина, есть такое выражение, история учит тому, что она ничему не учит. Это Бернард да? Шоу, да. И мне кажется, что наверное, где-то всегда здесь какая-то самонадеянность играет главную роль, потому что, наверное, и та, и другая сторона может быть даже зная прекрасно, что вот они заходят на очередной такой виток, виток. истории, уверены, что вот у нас-то получится. Путин уверен, что у него-то получится, Надо, что да, не да. получилось там у Гитлера или у Сталина, например, Надо, да? да, у общества болотного Про это есть еще я уверенность, что я, и у нас получится. Про это есть замечательный еврейский анекдот, как ну собственно, что еврей, который видит кошелек лежащий, но суббота, шаббат, ничего делать нельзя. И он помолился, и Господь сделал так, что кругом суббота, четверг. а здесь четверг. Да. да, понимаете? Это... Это такая детская, детская хитрость. Как ребенок, когда хитрит или обманывает, он думает, что он это делает первый, что никто не догадается. А родители, это все для взрослого человека это очевидно. И человек думает, что, ну, у меня-то получится, я-то проскочу между струйками, мне-то получится здесь обмануть, а потом быть честным, прийти к власти э -э хитрым путем, да, а потом, да, не получается, не получается. Кругом суббота, и у тебя будет суббота, <защ contributesmetal> если кругом суббота. Вот, поэтому в том-то и дело, что драма в том, что а, насильственное свержение продолжится насильственным правлением поэтому когда пригожин идет на москву с маршем справедливости напоминаю закавычено, ничего не, не не имеет никакого тепла к тому к режиму ну допустим бы он его хотел свергать да? и допустим те кто придут когда-то будут захотят свергать этот режим совершенно антинародный нелегитимный чудовищный но свергать и наказывать предателей. Как будут выглядеть, да, те, кто будут свергать? Да, э, только Волков-Спевчик думает, что это будут они, а я полагаю, что это будет со стороны Дугина и Стрелкова-Гиркина. Но методика вот эта, вот мы сейчас придем, накажем предателей, а дальше у нас будет прекрасная Россия будущего, что бы за этим не, да, что бы за этим не грезилось, так не бывает. Так не бывает. Нелегитимный приход к власти подразумевает, да, и очень многие на эти на эти грабли, так сказать, прыгали в истории. Вот я кстати тоже анекдот вспомнил, что ну, такой анекдот не анекдот, что ребенок спрашивает папу: папа, почему, например, все хорошие люди не могут собраться убить всех плохих? Он говорит: тогда мы будем жить в государстве убийц. Ну, это, это э, так сказать, притча династии Минь, которую я часто рассказывал, про обезьян, которые заперты в клетке вместе с людьми. Но ну, люди хитрее обезьян значит, человек может выманить ключ у обезьяны, но в тот момент, когда он берет ключ, он превращается в обезьяну. Это, это 14 век какой то династии. Да? Это сформулировано. В этом драма. Ты превращаешься в обезьяну в этот момент. Ельцина. Ельцин, который первоначально, безусловно, имел в виду войти в историю как освободитель, у него были амбиции исторические. Его интересовала не квартира на осенней улице, его интересовало стать царем-освободителем. Это была его миссия, он это ощущал, он был человек мессианского сознания. Но для того, чтобы победить коммунистов, он по своей административной привычке, все-таки Свердловский секретарь обкома, да, он начал опираться на аппарат на силовиков. И опаньки за 2-3 года вдруг выясняется, что он в заложниках у этих силовиков. Да? Я медведя поймал, веди сюда, не идет. Сам иди, медведь не пускает. Он в заложниках у этих силовиков. И кончает, заканчивается все естественным образом Путиным. Потому что какой там Немцов? Если вокруг тебя Барсуков, Коржаков, Грачев, да, какой там, никакого немцов быть уже не может. Ты в заложниках у этих людей. Инструмент, средства начинают деформировать цель. Цель становится недостижимой. Нужно уже просто остаться у власти. А если ты еще заморался, если ты еще не можешь уйти от власти, как Путин, у него же вообще не было, в отличие от Ельцина, вообще никакой идеологии. Ну, просто, да, случайного человека поставили. Прижился, а там уже наворованное. Уйти невозможно. И дальше власть становится самоцелью. Что бы он там ни говорил, что, какие бы он ни выдумывал уже идеологии, это уже самоцель. Это драма многократно описанная в литературе, не в литературе, в истории. Да? И это, это действительно драма. И это отчасти ответ на вопрос, почему, э, я повторяю, я рассуждаю как больше читатель, я не, я не политик, но это ответ. На, на то, почему так опасно. Да? Лимонов, допустим, лимонов, предположим, предполагаю, предположим, лимонов или кто-то, неважно, слева и справа. Стрелков-то гиркин или лимонов не так важно, под каким соусом прольется кровь, под каким знаменем, и кто именно и за что тебя расстреляет у стенки, или скорбит крокодилом, под какой идеологией тебя начнут уничтожать, бить мотыгами по головам вешать, как вы ранее, или расстреливать у стенки, или рубить саблями это уже подробности. Но предположим, Лимонов, болоты, вот предположим, все пойдут за Лимон. Предположим, они бы свергли. И был бы Лимонов. И чё? За завершим реформы так, Сталин берег ГУЛАГ. Ну, отлично, победили Путина. Цель и средства – это старая история. Средства деформируют цель. Невозможно. Поэтому в итоге следование средствам чистым, оно в итоге когда-нибудь, но оно может вырулить на, 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 так сказать, на правильную цель. И наоборот, я не политик, если бы я знал как, вот я говорил, вот надо делать так, 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 вот дорожная карта, вот как надо действовать, вот шахматная партия, вот мы делаем так, крови не проливаем, приходим к власти, и дальше прекрасная Россия, прекрасная Беларусь будущего. Не знаю как, точно знаю, как не надо. Вот как не надо, знаю, как надо, нет. Но, к сожалению, время-то у нас закончилось, а вопросы нет. Давайте еще парочку, быстренько. Ну, не получится у нас а. уже быстренько, к сожалению. Но мы, я думаю, все-таки в следующих выпусках да, постараемся э, так или иначе ответить. Если не получится на все, то на ну, самые интересные, на большинство. И также вы можете продолжать задавать вопросы. Сейчас вы видите QR-код, можно сосканировать, в Телеграм-канале задать вопрос. Если вам неудобно, то в описании к программе также есть ссылка, где можно задать вопрос. Задавайте, а мы будем в следующих программах на них получать ответы. Но пока на сегодня уже все. Всего доброго. Через неделю увидимся. Счастливо. Спасибо.